Уважаемый Владимир Владимирович, я и мои коллеги, журналисты Оренбургского регионального телевидения, просим вас буквально спасти здание нашего летного училища. По оценкам региональных градозащитников, если не начать реставрацию в ближайшее время, восстановить здание будет невозможно. И слово президента накануне юбилея «Полет человека в космос» имеет особое значение. Журналисты порталов «Оренбург Медиа», «Урал-56», телеканалов «ЮТВ» и «ОРТ» решили одновременно выступить с одной и той же просьбой не случайно. Мы уверены, что именно внимание главы государства поможет сохранить уникальный памятник. Напомню, здание 1882 года постройки ценно архитектурно, как первая пятиэтажка областного центра, и ценно исторически, ведь именно здесь первый космонавт Юрий Гагарин не только учился, но и познакомился с супругой. Сейчас здание в аварийном состоянии, на его реконструкцию по разным оценкам нужно 1,5-2 миллиарда рублей. И хотя на региональном уровне пытаются решить вопрос, но изыскать в бюджете такую сумму просто невозможно.